Уехавший из России иностранный агент Андрей Макаревич вновь отличился, оскорбив бывших соотечественников в крайне хамской форме. В беседе с еще одной иноагентшей, телеведущей Татьяной Лазаревой, также живущей за границей, он, не скрывая праведного возмущения, поделился данными опросов, свидетельствующими о том, что видеть в России его многие не рады. И, назвав недружелюбно к себе настроенным граждан подтявкивающим говном, заявил, что ни в жизнь перед ними выступать не будет. Напомним, недавно народный артист РФ Александр Пашутин выразил сожаление по поводу того, во что превратился Макаревич, заявив, что у того нет мозгов. Ранее певец оскорбил россиян кощунственной песней о спецоперации. В конце прошлого года Замоскворецкий суд Москвы отказался снимать с Макаревича статус иноагента. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.